Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно выступать перед библиотекарями, перед людьми, которые помогают огромному числу читателей сориентироваться в море современной и классической литературы. Меня зовут Светлана Смольникова, я директор издательства «Архипелаг», и сегодня я расскажу вам о новинках, которые мы выпустили за последние полгода. Возможно, многим из вас наши издательство знакомо по книге «Детский сад на колесиках». Это первая книга серии. Она вышла тиражом 10 тысяч экземпляров. Дальше была «Детский сад на колесиках. Средняя группа», «Детский сад на колесиках готовится к Новому году». И вот «Детский сад на колесиках» идет в школу уже. Это книга о наших полюбившихся многим героях. Это экскаватор Клюша, паровозик Шпунчик и пожарная машинка Гася. Как и дети в детском саду, они немножко волнуются перед переходом в более взрослую жизнь. Им, с одной стороны, и радостно, но в то же время немножко грустно и боязно расставаться с привычным миром и со своими одногруппниками, с воспитателем. И я сейчас вам прочитаю совсем небольшой отрывок, чтобы вы представили, о каких вещах идет речь в этой книге. Ну и, может быть, еще раз встретились с любимыми героями. Глава «Прямоугольные мысли». В группе детского сада появились новенькие парты. Керосин Бензинович сказал, что машинки иногда будут заниматься за партами, чтобы привыкать к школьным правилам. Вот и сейчас он посигналил будущим первоклассникам. «Садимся за парты, начинаем урок». Клюше хотелось еще поиграть, но ничего не поделаешь. Пришлось послушаться. «Тема нашего занятия – фигуры», – объявил нянь. «Я сейчас покажу вам картинки. А вы называете фигуры, на которые похожи изображенные предметы, и нарисуете их на своих листках. Вот посмотрите, какой формы этот предмет». Бульдозер показал картинку с мячом. «Мяч круглой формы», — первой ответила Гася. Клюша сразу вспомнил, что в углу остался такой же синий мяч. Вот бы поиграть с ним сейчас. Клюша выехал из-за парты и направился в угол комнаты. «Ты куда, Клюша?» — удивился Керосин Бензинович. «Буду мяч набивать», — отозвался экскаватор. «Но занятие еще не закончилось. Вернись, пожалуйста, за парту». Клюша вздохнул и вернулся рисовать на листке круг. «А здесь что изображено?» Нянь достал новый рисунок. «Кубики!» — махнул трубой Шпунчик. «Какой они формы?» «Квадратной». Пока вся группа выводила на листке квадрат, Клюша уже ехал к полке, где виднелись кубики. Он вспомнил, что хотел собрать из них башню, да так и не успел. «Клюша, стой! Ты куда?» – спросил нянь. «Буду строить из кубиков башню», – ответил экскаватор. «Занятие еще не закончилось. Вернись назад и нарисуй на листке квадрат». Делать нечего, пришлось вернуться. А Керосин Бензинович уже показывал новый рисунок. Это была красивая разноцветная пирамидка. «Ну-ка, скажите, какой она формы?» «Треугольные!» – загудели машинки и принялись рисовать треугольники. Дальше, конечно, Клюша захотел собирать пирамидку. И многие, наверное, узнают либо своих детей, либо каких-то одноклассников, может быть, из школы, которым точно так же было очень трудно усидеть во время уроков. И как раз такие привычные ситуации, с которыми сталкиваются дети в старшей группе, такой подготовительной детского сада, описаны в этой книге. Мы за время работы над серией, и вот это уже четвертая книга, мы получали очень много отзывов, и часть из них у нас на сайте размещена от психологов. Проводили марафоны по подготовке к школе и к детскому саду. О том, что как раз такие книги, эти рассказы помогают детям в адаптации. Особенно это касается совсем маленьких детей, потому что у них нет еще многих понятий и представлений. Им трудно рассказать, что они переживали в течение дня, что их беспокоит. А такие вот ситуации, описанные в книге через любимых героев, помогают им объяснить и родителям, что именно с ними происходило, а может быть, снять какие-то страхи, опасения. Тем более, что автор Зуля Стадник рассматривает в этих книгах не только ситуации, которые происходят исключительно в детском саду, но и вообще какие-то тревоги, которые свойственны этому возрасту, дошкольному. А здесь каждый год ребенок очень сильно меняется, и новые, например, начинают вдруг стесняться или тяжело переживает разлуку, если кто-то из родителей часто уезжает в командировки. То есть даже такие ситуации описаны в этих книгах, поэтому они станут подспорьем и для родителей, с одной стороны, но, конечно, эти веселые рассказы, очаровательные герои очень хорошо подойдут для семейного чтения, для чтения вслух и подойдут для разновозрастных детей.
Следующая книга, которую я хочу вам показать, тоже автора Зули Стадник. Это книга из серии, которую мы называем «Счастливое детство». По настроению она мне напоминает мультфильм «Паровозик из Ромашково». Иллюстратор Дарья Беклемешева. Смотрите, какие очаровательные здесь мама с Солькой. Эти рассказы тоже написаны из наблюдений за своей дочкой. Как сказала Зуля, она начала их записывать, когда Солька только начала говорить. И они пропитаны таким волшебством, которое приносит в жизнь детское воображение. Эти рассказы, мне кажется, будут интересны и детям, но и родителям будет полезно лишний раз вспомнить о том, как важно дать ребенку возможность не торопиться, как важно выслушать, посмотреть на мир глазами ребенка, чтобы подметить эти повседневные чудеса. Например, вот «Волшебный мяч». Рассказ совсем небольшой, я вам его прочитаю. «Сольке пора спать, а она не хочет. В руках резиновый прозрачный мяч. Если его кинуть в пол, он расцветает огоньками. А если не кинуть, то не расцветает. Вот как пойти спать? Пока она спит, мячик будет грустить без огоньков. Солечка, пора в кровать, говорит мама». «Мама, этот мяч волшебный, — отвечает Солька, — он исполняет желание, когда светится». Она бросает мячик, тот от удара об пол сияет и радуется, и исполняет первое Солькино желание. «Хочу, чтобы холодильники не бегали по потолку». Мама смотрит на холодильник, тот стоит смирно, не шелохнувшись. «Наверное, если бы не мяч, холодильник пустился бы по потолку, бегал вокруг люстры кругами, напугал бы сонную муху в углу». «Чудо, — говорит мама. Не знаю, как другие холодильники, но наш действительно бегать не собирается». Солька бросает мячик еще раз. «Хочу, чтобы стол не разбрасывал тарелки». Мячик светится и исполняет желание. Стол послушно стоит на четырех ножках. А ведь мог приподнять одну ножку, дотянуться до тарелок и смахнуть вниз. «Хороший у тебя мячик, — хвалит мама. — А можно я тоже кину?» Солька протягивает мячик. Мама кидает. «Хочу, чтобы моя дочка сейчас же пошла спать». Мячик скачет по полу, но не светится. Он так много прыгал и светился, что батарейка в нем села. У Сольки тоже, кажется, села батарейка. Она зевает и трет глаза. Мама ведет ее в спальню и укладывает на кровать. «Хочу, чтобы мама поцеловала меня в щечку», — загадывает третье желание сонная Солька. У мамы внутри тоже прыгает маленький невидимый мяч. Он сияет, переливается миллионами огоньков и исполняет Солькино желание. У такого мячика никогда не сядет батарейка. И много таких волшебных рассказов, вот, например, про сороконожку, как забор превращается в глазах ребенка в сороконожку, а фонари в мандарины. Еще покажу один разворот. И как раз эти идеи тоже, которые Солька, ее наблюдения, автор и иллюстратор вот хорошо облекли в форму и рассказов, и показали очень хорошо в иллюстрациях. Дальше у меня будет книга стихов. Ее автор Игорь Шевчук, поэт, писатель, сценарист, многим известный по мультсериалу «Смешарики». В этой книге Игорь Шевчук отобрал яркие, интересные, крылатые выражения и облёк их в форму веселых стихов. Такая форма подачи поможет детям, во-первых, усвоить значение этих выражений, что поможет им легко учиться в школе, потому что фразеологизмы важная часть языка. С другой стороны, они сделают речь более яркой и выразительной. А для того, чтобы не было никаких сомнений в значении фразеологизмов, они дополнен, другой поэт и писатель Михаил Лукашевич дополнил их такими короткими остроумными объяснениями. Иллюстратор Анна Демченко проделала великолепную работу. Здесь вот посмотрите, она еще придумала таких героев олушей, которые как бы дополняют повествование. И я вам прочитаю пару крылатых выражений. «Не видно низги. В стране невидимок не видно низги. Легко здесь друг другу запудрить мозги. Упрешься нос к носу, столкнешься лоб в лоб, крадешься на ощупь, не врезаться чтоб. Надеюсь, понятно поэтому вам, что все невидимки сидят по домам. А мы тут походим пока, поглядим-ка, ведь ты же видимка, и я же видимка». «Как ветром сдуло». Вот посмотрите, какое красивое поле. Здесь одуванчики. «Ты вчера еще на троне, в желтой важничал короне, будто царь ты в ней сидел, а сегодня посидел, и корона упорхнула, нет ее, как ветром сдуло». У одуванчика в этом стихотворении корону сдуло ветром в прямом смысле слова.
а люди часто употребляют его в переносном, когда кто-то очень быстро и неожиданно исчезает. Кстати, если кого-то рядом с вами как ветром сдуло, проверьте, все ли вещи на месте. Вдруг это был вор. Вот такое выражение, еще латинское, все свое ношу с собой. И такой замечательный рисунок улитки с очаровательным домиком. Ванна, газовая плитка, стены, крыши, дом с трубой. Но тебе ж весь дом, улитка, все свое ношу с собой. Все свое ношу с собой – это древнелатинское изречение, означает, что самое ценное для человека не вещи, а его мысли, знания, умения. Имущество можно потерять, но все, что мы узнали и чему научились, всегда останется при нас. А еще мы всюду носим свое сердце, легкие, почки и другие органы. Ведь без них никак. И такое вот замечательное тоже стихотворение «Вверх тормашками». В папиной шляпе, чтоб без промашки, Машке я нес на свидание ромашки. Шляпа, конечно, была велика, видимость мне заслоняясь слегка, но для свидания была в самый раз. В урну я врезался несколько раз. Несколько раз я летел вверх тормашками, крепко зажимая букетик с ромашками. Машке донес с благодарностью мне, та, съев ромашки, ответила «Мее». Козочки он нес эти ромашки. Как летел герой этого стихотворения? Вверх тормашками? А что же это значит? Все очень просто. Вверх тормашками значит вверх ногами. И это вполне логично, ведь ногами можно и тормошить, и тормозить. Хотя точное происхождение слова «тормашки» ученые пока не выяснили. Другие замечательные выражения – «дудеть в одну дуду», «белины объелась», «дырка от бублика» и многие другие вы найдете в этой книге с замечательными иллюстрациями. Авторы Игорь Шевчук, иллюстратор Анна Демченко. А сейчас я перехожу к одной из самых долгожданных книг этого года. Это автор Юлия Кузнецова, иллюстратор Инна Папоротная. Многим этот тандем уже знаком по книге «Коля рисует». Мы делали несколько презентаций, записывали подкаст, встречу в Гайдаровке. Поэтому, возможно, вы уже знакомы с некоторыми героями, именно с мамой и Колей. Для этой книги «Путешествие по залам Третьяковской галереи» иллюстратор и автор придумали нам новых, еще замечательных героев, грачиху Фаню и марсианского робота Бута. Они сопровождают маму с Колей в путешествии по залам галереи. Фаня отвечает за эмоции, робот Бут как прислан на землю, чтобы понять чувства и эмоции через искусство. И иллюстратор придумал такой вот замечательный марсианский алфавит, с помощью которого дети смогут разгадывать реплики Бута в книге. Вот видите, здесь его, все его высказывания вот оформлены как раз вот таким вот алфавитом. Это большое подарочное издание на мелованной бумаге. В ней мы купили права на репродукции. Видите, здесь очень качественные, в высоком разрешении репродукции картины, изображения, скульптур. Многие из этих картин, конечно же, знакомы, в том числе, может быть, по учебникам литературы, по учебникам истории, по заданию «Напиши сочинение по картине». Поэтому эта книга, конечно, будет полезной всем школьникам. Она также станет очень хорошим подспорьем тем, кто собирается пойти в Третьяковскую галерею, кто хочет познакомить детей с шедеврами русского искусства. В своих рассказах Юлия Кузнецова использует такой увлекательный подход, когда в художественную форму она облекает интересные факты о картинах и художниках, но также дополняет еще игровыми элементами. И в конце этой книги вы найдете также лекала игр, которые Юля предлагает для похода с детьми. Их можно в разный возраст использовать. Вот игра «Три краски», игра «Что? Какое?», анкета после выставки. А также вот эти шаблоны можно скачать в телеграм-канале издательства. Даже если у вас нет книги, вы можете ими воспользоваться, пойти в музей и поиграть. Особенно это с маленькими детьми очень важно, давать им возможность переключить внимание, как-то развлечь в процессе. И эта книга будет также интересна тем, кто живет, например, далеко от Москвы, не собирается в ближайшее время приезжать, потому что вы здесь, во-первых, увидите в хорошем качестве иллюстрации, картины, и узнаете очень много интересного про художников, про сами картины. Вот, например,
глава про Василия Тропинина, про ремесла и радость. Я тоже вам прочитаю небольшой кусочек. Следующий зал был совсем маленьким, и людей в нем почти не было. «Тропинин!» — воскликнула Фанни, едва они вошли в зал. «Я сразу вспомнила, я сразу узнала. Я ведь все знаю о моих любимых художничках-шоколадничках». «Да, Тропинин!» — кивнула мама. «Василий Андреевич». Коля недовольно покосился на Фанню и напомнил маме. «Ты обещала задание». «Да, найдите мне девушку, которая плетет кружева». Коля быстро подбежал к картине. «Это были портреты разных людей. Кто же из них плетет кружева? Вон у той кореглазой девушки в красном платке что-то красивое, кружевное, золотое в руках. Но она ничего не плетет, а вот ее соседка, которая хитро улыбается». «Кружевница», – прочел Коля под портретом и воскликнул. «Нашел, нашел». «Чудесно», – кивнула мама. «А девушку, которая вышивает золотом?» «Вот она!» – вскрикнул Коля, прежде чем Фаня и Бут сказали хоть слово. Он указал на рукодельницу в красном платке. «А теперь пряху». «Пряха – это кто?» «Которая придет шерсть», – объяснила мама. «У нее в руках прялка с шерстью. Она из шерсти вытягивает нитки». «Нашел!» – торжествующе воскликнул Коля и указал на девушку с палкой в руке. «На палке намотана шерсть. Похоже, это и была прялка». Девушка вытягивала из шерсти нитку, она глядела куда-то в сторону и будто о чем-то думала. «Прекрасно!» – похвалила мама. «Ну а теперь найдите крестьянина, обстругивающего костыль». Коля его сразу увидел. Задумчивый, кудрявый старичок с небольшой лысиной. Он держал в одной руке деревяшку, а в другой – ножик. Но потом Коля покосился на Фаню, которая удрученно нахохлилась, и на Бута, который выглядел немного растерянным и промолчал. «Ну что же, никто не видит старика?» Бут встрепенулся и проговорил. «Я вижу, вот он». «Замечательно. А мальчика с жалейкой?» «Жалейка? А что это?» – спросил Коля. «А я вижу», – затараторила Фаня. «Вот, мальчик, вот, а я самая умная, я больше всех знаю». Но Коля только улыбнулся в ответ. «А что же такое жалейка?» – повторил он. «Это такой музыкальный инструмент», – объяснила мама. Вот эти картины. «Как дудочка. Наполовину дудочка, наполовину рожок. Тут не видно, но на конце трубки раструб. Его иногда из рога животных делают. Некоторые люди считают, что Тропинин нарисовал здесь сына своего хозяина, графа Моркова». «Как понять хозяина?» – удивился Коля. «Он ведь был человеком. У людей хозяев нет». «Да, человеком. И при этом крепостным». «Что значит крепостным?» – спросил Бут, готовясь записывать. «Сейчас объясню», – кивнула мама. «Раньше на Руси были помещики, то есть те, кто владел поместьем, большим участком земли, на котором находилась усадьба и хозяйство. Еще он владел простыми людьми, крестьянами, жившими на этой земле. Они назывались крепостными. Эти крестьяне работали на поле помещика, готовили ему еду, шили одежду, словом, делали различную работу». «То есть как слуги?» – уточнил Коля. «Не совсем. Слуги получали зарплату, а крепостные – нет. Более того, помещик мог крепостных наказывать, например, бить, и даже продавать на рынке, менять. Причем менять даже не на людей, а, скажем, на собак». «Значит, крепостные были как рабы?» – спросил Коля. «В Древней Греции?» «Тоже не совсем. Рабы не имели своего хозяйства, не могли создавать семьи. А крепостным крестьянам это разрешалось. Но заниматься своим хозяйством они могли только после того, как выполнят все работы у помещика. Так вот, художник Василий Андреевич Тропинин был крепостным и принадлежал графу Моркову. И тот его бил?» – с ужасом спросил Коля. «Этого я не знаю. Но вообще он разрешил ему учиться в Академии художеств, потому что видел, что Василий Андреевич страстно любит рисовать, и у него хорошо получается. Только доучиться не дал. Забрал свою деревню, она называлась Кукавка, чтобы художник стал кондитером, украшал торты». «Как я торты люблю», – протянула Фаня, – «с марципанчиком». «Должно быть, ему обидно». «Да, было обидно», – проговорил Бут, сверившись со своей палитрой эмоций. «Раньше он страстно любил рисовать, а теперь торты». «Что ты?» – всполошилась Фаня. «Что может быть важнее тортов? С заварным кремом, с грецкими орехами, с брусничным джемом, с вареной сгущенкой?» Мама улыбнулась. «Знаете, про Василия Андреевича известно, что он был очень добрым, веселым, никогда не унывал, и в Кукавке нарисовал много-много портретов простых людей. Вот как раз эту пряху, которую Коля нашел». Все посмотрели на рукодельницу.
Видите, какое у нее спокойное лицо. Она миловидная, улыбчивая, скромная и кроткая. Тут звучит идея, что и крестьянки умеют любить, как у Карамзина. И Аргунова, важно добавила Фаня. А потом, продолжила мама, когда Тропинину исполнилось 47, граф дал ему вольную. То есть отпустил на свободу, обрадовался Коля. Мама кивнула. И куда он поехал? В Москву. Там он первым делом написал кружевницу, ту самую, которую ты первой нашел. Давайте-ка еще раз на нее посмотрим. Видите, у девушки палочки в руках. Они называются коклюшки. Коклюшки-колюшки, фыркнул Коля. Как будто маленькие кольки. Похоже, кивнула мама. Рядом у нее нить, ножницы. А что еще вы интересного замечаете? Три краски, объявил Бут и принялся выводить буквы в планшете. Бежевая, коричневая, голубая. Верно, цвета очень спокойные, как и сама девушка, сказала мама. Взгляд, нараспев, протянула Фаня. Ясный, умный, лукавый. И улыбка милая, кокетливая. Да, Тропинин любил изображать радостных людей, подтвердила мама. Вот иллюстрация. Я не буду дочитывать главу до конца, потому что она еще достаточно длинная. И немножко покажу вам еще другие иллюстрации, которые вы здесь найдете. Иллюстрации, репродукция. Ну, конечно же, грачи прилетели. Явление Христа народу, портрет Пушкина и другие произведения, которые вам знакомы наверняка. И тоже скажу, что у этой книги будет продолжение, потому что далеко, конечно, не все картины мы охватили. Будет продолжение и путешествие по Третьяковской галерее, а также мы готовим пособие по написанию сочинений. Теперь я перейду к книге про эмоции. А на самом деле она связана, можно сказать, с книгой про искусство, потому что как раз там мы, благодаря нашим героям, замечали, какие эмоции у нас вызывают те или иные картины, или какие эмоции изображал художник. А вот это уже настоящая энциклопедия эмоций. Она ведь называется «Давай вернем солнце». Автор Марина Тараненко, лауреат национальной премии по детской литературе. И здесь мы уже поговорим о детях, об их переживаниях. И девочка Пати, ее полное имя Эмпатия, помогает детям, во-первых, понять, что именно они чувствуют. Как можно это визуализировать, какими простыми советами по саморегуляции можно помочь ребенку выйти из этого состояния негативных эмоций, вернуться в такое устойчивое состояние. Художница Светлана Короткова вот нашла такое цветовое выражение для каждой эмоции. И мы сейчас вот с вами посмотрим, например, злость, да, то есть разными цветами, разными визуальными образами. Грусть, тоска, обида, скука. Вот посмотрите, сейчас я небольшой отрывок вам прочитаю, например, про скуку. Пати снова сидит на дереве и ждет, когда ее позовет. «Ой, что это? Листья засохли!» Спрыгнула Пати с дерева и оказалась в пустыне. Кругом песок, а на песке лежит мальчик Кирилл и скучает. «Играть надоело, гулять надоело, читать надоело». Он все уже делал, все надоело. Пустота в его пустыне. Скучно. Но Патя поможет Кириллу. Патя знает секрет. Она понимает. Такое с каждым бывает. Она говорит, если хочешь скучать, поскучай немножко. А я умею щекотать ладошки. Ты видел, как на твоей ладошке танцуют кошки? Кошки на ладошке, смеется Кирилл. Не видел. А видел, как по крышам домов гуляет коза. И какие большие у луны глаза. Не видел, не видел, смеется Кирилл. А ты посмотри внимательней и придумай новую игру, не скучную. Нарисуй дракона на свои пятки и поиграй с ним в прятки. Патя обняла Кирилла крепко-крепко и пощекотала Кириллу ладошку. Пусть у него в пустыне вырастет что-нибудь красивое. Ну вот видите, какие разными цветами все эти эмоции изображены. И очень важно, что здесь автор как бы показывает, что какие бы эмоции вы ни испытывали, это происходит абсолютно со всеми. И вот этот вот рефрен «Патя поможет» вот тут Богдану, «Патя знает секрет», она понимает, такое с каждым бывает. Вот видите, здесь мальчик стесняется, ему очень хочется пойти играть, но из-за своего страха сделать первый шаг, он чувствует, как будто он окутан туманом, и вот этот вот густой белый дым как бы не дает ему увидеть и выйти из как бы этого тумана, протянуть руку и поиграть с другими детьми. Он хочет подружиться вот с девочкой Стешей, но стесняется.
Пати ему советует, что ты улыбнись широко-широко и руки расставь пошире, словно хочешь обнять весь мир. Смотри, мир тоже улыбается тебе. Не видишь? Конечно, ты же в тумане. Давай выйдем из тумана вместе. Пати взяла Богдана за руку, и они пошли. Шли и шли, но вдруг Богдан остановился. Нет, не пойду. А если Стеша не захочет со мной играть? Ты ей предложи, она сама решит. А не захочет? Поиграешь с другими девочками и мальчиками. И Патя обняла Богдана крепко-крепко. Это ведь совсем непросто выходить из тумана, но у Богдана все получится. И тут, мне кажется, тоже автор очень тонкое замечание делает, что когда ты во власти этой эмоции, вот, например, здесь ты очень сильно стесняешься, то тебе и видится мир иначе. Но важно сказать, что это не навсегда. То есть вот те чувства, переживания, страхи, которые нас овладевают нами, когда мы испытываем какие-то негативные эмоции, они исчезают, стоит нам как раз выйти из этого состояния. Но что важно, здесь Патя как бы говорит, что ты можешь только за себя отвечать, ты можешь сделать этот первый шаг, а дальше уже, вот в данном случае девочка Стеш, ну и вообще любые другие люди, они уже сами решат, как поступать. Но ничего страшного. Важно, чтобы ты мог сделать этот шаг, и ты обязательно найдешь кого-то, кто захочет с тобой играть. Да? Ну, мы можем это на любую другую ситуацию тоже экстраполировать и понять, что нам очень важно именно научиться управлять собой. Мы никак не можем повлиять на поступки других людей. Нам нужно самим учиться вот таким вот способом саморегуляции, способом держать свои эмоции в некотором роде под контролем, в хорошем смысле этого слова, да, то есть понимать, что и почему мы чувствуем, что вызывает у нас эти эмоции, каким образом мы можем их преодолеть. Вот, вот тут бабах и лопнула обида, тоже такое вот визуальное выражение. И эта книга, конечно, будет интересна не только детям, но и педагогам, родителям, всем тем, кто работает с детьми, потому что она может стать таким вот подспорьем. У нас есть несколько обзоров от психологов, вы тоже можете у нас в ВКонтакте, в Телеграме найти с их комментариями, потому что действительно это очень хорошее пособие, и оно подойдет для семейного чтения, чтобы обсудить с ребенком эмоции и вообще его чувства, переживания. Следующая книга, которую я хочу вам показать. Ой, у меня здесь, извините, пожалуйста, упал робот Буд, один из героев книги. Следующая книга – это «Самоучитель. Радость своими руками». «Самоучитель по лепке из пластилина». Но на самом деле эта книга больше, чем просто 28 мастер-классов. И кроме этого здесь есть бумажные поделки, рецепты угощений, идеи для игр на улице и дома, идеи создания подарков своими руками. Эта книга учит не просто что-то делать своими руками, но развивает вот этот особый взгляд художника. Когда мы в окружающем мире, в каких-то повседневных мелочах находим вдохновение для творчества, замечаем мелкие детали, да, как настоящий художник. Вот если кто-то рисует сам или дети ваши рисуют, вы знаете, как меняется взгляд, да, то есть, например, чтобы нарисовать дерево или облако, тебе нужно совсем иначе посмотреть на окружающий мир. Ну, вот даже на первом развороте мы видим мастер-класс по облакам, он рассчитан на самый разный возраст. Здесь есть вот легкие куротучки, закатный облакот, сердитый ливень гроз. И, конечно, те, кто помладше, могут сделать вот просто вот такую вот грозовую тучу или облачко в виде, например, такого барашка со множеством ног, как бы струйками дождя. А те, кто постарше, могут слепить такого замечательного котика или курочку. Вот один из моих любимых разворотов про птиц. Посмотрите, как красиво. И Светлана показывает как раз пошагово, как можно сделать, да, вот и цвета подобрать, и формы. И вначале здесь будут, конечно, советы и по инструментам, и материалам. И посмотрите тоже здесь вот советы, как объединять, например, пластилин и бумагу, пластилин и листья, которые мы там осенью засушиваем. Здесь вы найдете и рецепты, ну, из настоящих продуктов, да, вот полезные десерты. То есть это книга, которая, вот видите, там «Устроить праздник без повода». И вы здесь найдете какие-то рецепты, которые вы сможете применить просто для поднятия хорошего настроения. И посмотрите, как тоже Светлана здорово придумала, вот, например, мастер-класс «Цитрусовое дерево». И здесь вот какие-то детали более сложные,
то, что требует какой-то кропотливой работы, может выполнить взрослый или более старший ребенок, а какие-то под силу будут даже совсем малышам. Да, у нас вот, если вы посмотрите, мы с порталом «Я родитель» записали мастер-класс, да, такое печенье, блинчики из пластилина, да, тоже. И здесь самые-самые разные темы, то есть вот в течение года там, кататься на санках, гулять под дождем, здесь вы найдете и животных, посмотрите, гладить кота, какой замечательный разворот, и самые-самые разные коты разных пород и разных окрасов. И мне очень нравится, я сейчас вам покажу, здесь вот ловить ртом снежинки, здесь вот такой малыш и его собака, тоже как кажется, что снежинки из пластилина, ну как же это можно придумать? Ну вот тут Светлана показывает самые разные виды снежинок, и очень интересные также, смотрите, мастер-класс новогодний, когда тоже можно слепить с ребенком елку, а потом украсить пуговицами, какими-то бусинками, любыми какими-то деталями, которые у вас найдутся. Ну, конечно, не только коты, но и собаки разных пород, вот вы здесь найдете, и сможете попробовать сделать вместе с ребенком, я думаю, это хорошее упражнение для всей семьи. Также Светлана здесь дает идеи по тому, как можно оформить эти поделки, сделать подарок, панно на стену, открытку, которая станет хорошим таким подарком, ну, и в детском саду, и в школе, и на предметах, там, технология, и ИЗО. И как мы видим по тем, кто у нас регулярно покупает книги, это очень хороший подарок не только для детей, но, как оказалось, и для сотрудников, то есть для всех тех, кто любит творчество и старается как бы развивать этот творческий подход. Вот эта книга «Радость своими руками», автор Светлана Короткова. Она вошла в топ-лист выставки «Нонфикшн». И в завершении вот таких большеформатных книг я хочу показать пятое издание, дополненное, книги «Космос». Вот пятое издание вышло в нашем издательстве. Авторы Зина Сурова и Дмитрий Костюков. Как вы знаете, книги о космосе в целом делятся на две большие части. Первая – это книги, которые рассказывают нам об устройстве нашей Вселенной. А вторая – это, собственно говоря, книги о космонавтике, о том, как человек осваивал космос. Так вот эта книга – это полная энциклопедия отечественной космонавтики. Здесь вы найдете все основные имена и факты, как научные факты, так и разные забавные. Чем пахнет космос, сколько рассветов можно встретить за одни сутки, можно ли прыгать на Луне. И вот для того, чтобы представить в такой удобной форме огромное количество информации, авторы тоже использовали очень интересный подход, когда в изображении сочетаются и коллаж, и иллюстрация, и фотография, и даже комикс. Поэтому и такой необычный формат, то есть, да, для некоторых тем необходимо вот так вот развернуть, показать во всю длину, допустим, ракету или устройство скафандра. И я хочу сказать, что у нас 9 июня на ярмарке «Красная площадь» будет мастер-класс вместе с Зиной Суровой. Поэтому, если вы любите космос, вам интересна эта тема, пожалуйста, приходите. Вы сможете смастерить скафандр вместе с художницей, а также поговорить о космосе. Приходите на наш стенд. У нас еще есть разные забавные сувениры на тему космоса. И также можно послушать авторское чтение этой книги. Зина не так давно была на радио. И у нас в телеграм-канале есть аудиозапись, где как раз она читает отрывки. Поэтому вот очень, очень рекомендую эту книгу. Что касается авторского чтения, то я должна сказать, что у нас есть подкаст «Книжный архипелаг», где мы приглашаем авторов, иллюстраторов, библиотекарей, специалистов по детскому чтению, психологов, музейных работников. И вы можете найти там много интересной информации, я думаю, которая может помочь вам в работе. И что касается тоже книг про искусство, то у нас в начале июня будет вебинар специально для библиотекарей, где мы расскажем про книги об искусстве, которые есть в нашем издательстве. Как раз Юлия Кузнецова, автор книги «Коля в Третьяковской галерее», расскажет о том, как работать с этими книгами, как они помогают подготовить ребенка к изучению искусства. И в эту субботу, 1 июня, в День защиты детей, в 12 часов в Новой Третьяковке, в литературной гостиной, мы с Юлией Кузнецовой будем выступать. Поэтому, пожалуйста, приходите со своими детьми. Будет интересно и взрослым, и детям. А дальше мне хочется перейти к серии книг для совсем маленьких читателей.
буквально от 0 лет. Сейчас я вот одну секундочку и все себе достану. Первая серия – это «Чудеса для малыша». Здесь стихотворные истории, которые, самые разные, можно сказать, темы, но они, это твердый такой плотный картон с закругленными краями, практически не убиваемый, наверное, это важно и для библиотек, то есть эти книги очень долго прослужит, видите, с замечательными иллюстрациями. Первая книга, которую держу в руках, Ксении Волоханович, «Хвостатая зарядка». У нас уже вышли в издательстве ее сборник стихов про детский сад, сборник стихов про зиму, зима, зима, зимагия. А вот эта книга уже для самых маленьких читателей про зарядку. Я вам самое начало прочитаю. «Эй, зверюшки, по местам, слон, шакал, гиппопотам, от верблюдов до тигрят. Ну-ка, дружно стали в ряд, потянулись в полный рост, тянем лапы, тянем хвост, влево, вправо голова, и у панды, и у льва». Ну, вот пару разворотов еще вам покажу. Самые разные замечательные животные занимаются зарядкой, и как раз можно с своим малышом тоже поговорить, как нам делать зарядку, да, вдохновившись вот этими зверюшками. Следующая книга из этой серии «Снежный ком». Автор тоже Игорь Шевчук. Я сегодня про другую его книгу вам рассказывала. И это совершенно потрясающий, увлекательный зимний детектив. Если честно, даже взрослому невозможно оторваться. История о пяти друзьях, которые пошли катать снежный ком. И вдруг один из них пропал. Кто же пропал? Вот это, так сказать, предмет этой детективной истории. Замечательная иллюстрация Сергея Гаврилова. Книга очень веселая, очень... Хочется ее читать именно вслух, и неожиданная развязка. И у нас во ВКонтакте, если вы зайдете, увидите начало этой истории, читает Игорь Шевчук, великолепное, совершенно неповторимое авторское прочтение. И третья книга поэта и писателя Михаила Лукашевича «Тигромух и тигрокот». Такая замечательная история. Сражение эпического за арбуз на кухне, которое происходит между тигромухом и тигрокотом. Иллюстратор Елена Померанская. Вот посмотрите, тоже такие яркие цвета, которые как раз перекликаются с темой, да, вот полосатый тигромух, полосатый тигрокот, настоящий, видите, герой, бесстрашный и благородный. Мы видим по читателям, что это и для самых маленьких подходит, и детям 4-5 лет, которые любят вот такие истории веселые, с игрой слов, и тем, кто вот только начинает читать. У нас во всех книгах крупный шрифт, так что они подойдут и для первого самостоятельного чтения. И напоследок, завершаю уже свое выступление, спасибо вам всем, что слушаете. А я хочу рассказать про вот эту серию «Малышки-эрудишки». Пара слов о том, как она появилась. Возможно, вы уже знакомы с нашей серией «Великолепная десятка». Эту серию мы делаем вместе с зоологическим музеем при Зоологическом институте РАН. Это книга сборника рассказов о самых выдающихся представителей того или иного вида. Мы уже выпустили ящерицы, черепахи, змеи. И это не просто энциклопедия, то, что мы называем такая арт-энциклопедия с потрясающими иллюстрациями Дарьи Беклемешевой. И научные руководители проверяют не только тексты, но и иллюстрации на соответствие действительности. После этих энциклопедий детям хочется еще больше узнавать о природном мире. Они ищут фото, видео. То есть мы не случайно выбрали именно такой вот формат иллюстраций для того, чтобы ребенка как раз привлечь к этому, к миру животных, и в то же время сделать книгу менее страшной. Потому что, например, кто-то боится змей, а на иллюстрациях они выглядят даже притягательно. И мы подумали, получив очень много позитивных откликов, вот у ящерицы закончился первый тираж в этом году, вот сейчас у нас вышел второй, и мы подумали о том, что очень важно давать такие примеры, которые помогают узнавать окружающий мир, но в то же время и расширяют словарный запас. И совсем маленьким детям, но на каких-то более простых примерах, на тех первых словах и на тех первых понятиях, которыми взрослые учат детей. И у нас вот родилась эта серия «Малышки-эрудишки». Тут, кстати, тот же самый иллюстратор, но уже совсем другая подача. Посмотрите, вот такие милые иллюстрации для совсем маленьких детей. И первая книга «Орехи». Мы заметили, что вообще нет книг про орехи, тогда, когда
когда мы смотрим советы по питанию, что это должно быть непременно в рационе. И что вообще интересно с этой, как интересно получилось с этой книгой, мы очень много отзывов получили от родителей, которые сказали, что они очень много всего узнали. Так что эти эрудишки не такие малышки. Мне кажется, это очень важно, потому что стихи вот эти, да, на там, возраст где-то год, два, три, их, конечно же, читают взрослые, и важно, чтобы взрослым тоже было приятно и интересно читать эти стихи. Поэтому мы решили позвать самых ярких таких современных поэтов для того, чтобы они написали нам стихи для этой серии. Вот у нас уже вышли стихи Михаила Лукашевича, Марины Тараненко, Ирины Иванниковой. На этой неделе мы получим книгу Натальи Волковой, и будем продолжать, конечно, эту серию. Вот, например, прочитаю вам стихотворение «Чилим» или «Водяной орех». «Где водится чилим? В реке, в ручье, в болоте, в озерке. Плоды чилима в глубине, рогами держатся на дне. Из-за рогов орех слегка похож на голову быка». Вот видите, как он тут изображен. И другие 10 орехов, и также объединяющее стихотворение в конце вот дадут вам, можно сказать, позволят первое знакомство с этими понятиями. Дальше книга «Фрукты», авторы Марина Тараненко и Михаил Лукашевич. Прочитаю вам общее стихотворение. «Фрукты – вкусные плоды, а растут они в садах, нет полезнее еды, ароматно пахнут, ах! Делаем из них салат, сок, компот, варенье, джем, пастилу и мармелад, каждый день я фрукты ем». Вот уже я прочитала вам 2 стихотворения, и, наверное, вы заметили, что кроме объяснения, какого-то пояснения, в этих стихах еще заложены такие пути расширения словарного запаса. Например, что мы делаем из фруктов, перечисляется, какие бывают водоемы, вот в стихотворении про чилим. То есть эта книга, она не просто такой для приятного чтения, но с ней еще можно работать по мере роста и взросления ребенка, изучая новые слова и какие-то выражения. И, допустим, давайте прочитаем стихотворение «Груша». «Груша солнышком согрета, наливается все лето, формой, яркой желтой кожей, так на лампочку похожа. Хоть не светит нам она, но красива и вкусна». Вот такая замечательная книга. И 3-я книга, которая у меня в руках, последняя на сегодня, Ирины Иванниковой «Ягоды». Хочу сказать, что мы вообще с Ириной Иванниковой сотрудничаем тоже по разным темам, как и с другими поэтами. И, наверное, многие, возможно, знают ее сборник «Идем в театр». Это потрясающее стихотворение, в которых затронуты все темы, касающиеся театра, от кулис сцены, заканчивая театральными профессиями, театральным номерком и театральным мышонком с потрясающими иллюстрациями Марии Каратаевой. А вот этот сборник «Ягоды», собственно говоря, ягодам и посвящен. И я хочу прочитать тоже пару стихотворений. Вот «Крыжовник». «Крыжовник растет на садовом кусте, приятно крыжовником летом хрустеть. Кто любит крыжовник, тот сразу поймет, не спелый с кислинкой, а спелый как мед. Полезные ягоды рви осторожно, на ветках шипы, а царапаться можно». Да, то есть мы узнаем, какой на вкус, растет на кусте, что там есть какие-то опасные шипы. Да, или например, «Брусника». Кстати, это стихотворение всем очень нравится. И тоже мы были на радио с этой книгой, и ведущим очень понравилось, благодаря тому, что здесь действительно такой яркий, здесь очень красивый такой русский язык. И такие метафоры, посмотрите в стихотворении «Брусника». «Идем лесной тропинкой, за красной, кисло-сладкой, немножечко с горчинкой, брусникой, круглой, гладкой. Ура, нашли, отлично! Смотри, как тут бруснично!» Я надеюсь, что вам было интересно и полезно услышать о том, какие у нас есть серии. И, наверное, завершаю уже свой рассказ, пару слов буквально о том, что нас ждет в ближайшее время. В серии «Детский сад на колесиках» у нас появляется такая дополнительная серия про математику. В течение лета мы закончим уже над ней работу, иллюстратор заканчивает рисовать, и сразу 3 книги у нас выйдут к осени. У нас также выйдет замечательная книга «Большое кошачье спасибо» поэта Михаила Лукашевича. И, собственно говоря, о всех этих новинках, которые мы только готовим к изданию, вы можете узнать на нашем традиционном летнем марафоне, который мы проводим ВКонтакте, «Летнее чтение, семейный досуг». Если у вас будут какие-то вопросы,
пожелания, может быть, вы тоже захотите выступить на каких-то из наших марафонов. Мы будем очень рады сотрудничеству. Пожалуйста, пишите в редакцию. Большое вам спасибо за внимание и хорошего дня.